Всем привет, с вами Пони. Я знаю, что мой канал смотрят не только художники, но и фотографы. Поэтому сегодня расскажу о конкурсе для фотографов. Если тема конкурсов вам интересна, не забудьте подписаться на этот канал. Конкурс, о котором пойдет речь, это 12-й фотоконкурс «Объектив Африки». Значит, формулировка такая: цифровая трансформация Африки. Нужно на конкурс прислать одну или несколько фотографий, связанных с природой или ландшафтом Африки. Ссылочка на конкурс будет в описании. Участие там бесплатно, участники могут быть от 18 лет и старше, и прислать свои работы нужно до 15 марта 2022 года. Там будет три победителя. Первое место 1000 евро, второе место 500 евро, третье место 300 евро. То есть вот такие замечательные призы получат те, кто сможет выиграть в данном фотоконкурсе. Я желаю, конечно же, всем удачи и считаю, что если у вас есть какие-то подходящие фотографии на тему Африки, то можно поучаствовать. Пишите, пожалуйста, в комментариях, если вы являетесь фотографом, будете ли вы участвовать в этом конкурсе и вообще интересует ли вас тема конкурсов, участвуете вы в них или нет, и выигрывали когда-нибудь что-нибудь или нет. Скоро я вам расскажу еще о разных конкурсах для фотографов, поэтому оставайтесь вместе с каналом Поли. Всем спасибо за просмотр, с вами была Поли, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки, всем пока!